Extra. Команда КВН «Поглазкота», город Барнаул. И сразу хотелось бы прояснить одну очень важную деталь. Если ты не знаешь как, кошку надо гладить так, кошку надо гладить так, кошку надо гладить так, но точно не вот так. Команда КВН «Погладь кота». Здравствуйте! Так, а где остальная часть команды? Где пацаны? Ну, вообще-то ты у нас один. Да? И что мне с вами делать? Окей, Google, что мне делать с двумя девушками? Так, Кирилл. Женя, что ты сделал с моим телефоном? Что это за фигня у меня теперь на экране? Это фронтальная камера. Да. Кирилл, да сколько можно? Давайте начинать. Как это сколько можно? 6 минут можно. Засекайте. Поехали! Женщине исполнилось 40 лет. Так, мне исполнилось 40 лет. Пойду подстригусь, как леша. А сейчас в моде именно такие футболки. Девушка, может быть, познакомимся? Нет. А так? Все равно нет. Вот коммунистка! При экстренной ситуации в автобусе нужно разбить стекло. Но никто не знает, когда именно эта ситуация произойдет. Ой, девушка, у вас, кажется, стрелка на колготках. Да у тебя еще и ноги кривые. А ты еще и страшная. Случай в больнице, которого никогда не было. Блин, да что так долго-то, а? Извините, отойду на 5 секундочек. Скажите, что я за вами, если что. Ну да, конечно. Федосимов, заходи. А как же... Заходи. Нет, я не зайду, потому что я пообещал, что скажу, что она за мной. Тогда, Алёхина. Вот они. Русские больницы. Пришел с больным зубом, а заболела на душе. Все мы знаем, что от имени ребенка зависит многое. Итак, пара второй час выбирает имя. Ну, может, назовем его Эдик? Антон, ты хочешь, чтобы у него было детство такое же, как у тебя? Ну, давай назовем его Мага. Ты хочешь, чтобы его в клуб не пускали? Не, чтобы на эконом в НГУ поступил. Мам, папа, выбрали мне имя. Первый, погуляй пока там. Второй. Мама с бабушками нам говорили, что все грамоты пригодятся нам в жизни. Итак, случай на собеседовании в «Газпроме». Вот моя первая. За умение дружить. А вот вторая. На конкурсе рисунков «Это загадочная осень» второе место. Но там нечестно, там победительница бабу помогала. А еще у меня есть фотография с питоном. А вот моя гордость. Чемпион мира по пионерболу. Так, подождите, но чемпионат мира по пионерболу не проводится.
у нас в школе проводится. Все. Так, где ваш диплом о высшем образовании? Знаете, диплом о высшем образовании можно купить. А вот умение дружить... не купишь. И на полках в магазинах появился винный напиток «Ягуар». Теперь каждый школьник может почувствовать себя настоящим сомелье. Команда КВН «Погладь кота». Мы такие милые. Команда КВН «Погладь кота» «Кора Параул» ваши аплодисменты, друзья! Следующий конкурс «Разминка». Разминка у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос у нас Ксения Корнева. Сделаем вот так. Да, друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команды. Что-то я так наржалась, я все забыла, еще хотела спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккею. Хотел сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перепутал. Лига-дрига. Вот. Между Акбарсом и Сибири. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда КВН. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Побрейся на волосы. Прикинь. Я знаю еще. Так, кто отвечал? Говорите. Я моя любимая команда КВН отвечала. Сейчас у микрофона команда КВН, я обиделась. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну хочешь, я с ним схожу. Смотри, что. Посидела вышку. Отвечает команда КВН «Бисквит». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискаса там в углу насыпь, он сам не пойдет, такой, о, хоккей, нет. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает сборная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Что ты врешь, у тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он, дерзкий правдоруб. Здесь же КВН, я можно обманывать людей. Отвечает команда КВН «Огород». Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда КВН, мы не стесняемся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. А потом... Это отвечает команда «Давай по новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили 2 билета по 5000, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы. Ответов больше нету! Спасибо, спасибо. Спасибо, Ксении Корневой, аплодисменты. Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки тут. Задает вопрос Ирина Дончева, ваши аплодисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Давайте. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь» как-то отпадает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собрались. Ну тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая.
Он просто спеда, ему бы выехать. И на сцене еще. Вот ты жук. Отвечала команда «Квен Огород», сейчас отвечает команда «Квен Бисквит». Задавайте, задавайте. Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так накидаю, все праздники везде пойду. Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда «Квен», мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда «Квен» директора. Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Вот. Отвечает команда «КВН», давай по новой НГУ. Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ. Отвечает команда, моя любимая команда «КВН». Ваши планы на первомайские праздники. Ну я из водника, не дай бог в море, а. Угу. Нон-стопом, нон-стопом прям. Отвечает команда «КВН», чай. Здравствуйте, ваши... можно полностью, извините? Нам предстоят большие первомайские праздники, и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Отвечает команда «КВН», я обиделась. Ваши планы на первомайские праздники? Ну, я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники? Я буду отвечать, праздновать и отвечать тоже. На первомайке. Отвечает команда «КВН» по «Гладь кота». Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты! Отвечает команда «КВН» «Новосиб». Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? Да как обычно, что ты? Аплодисменты! Зайдет, зайдет. Да по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев! Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу забил. Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы стоите такие молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да, вот так. Как продлить молодость? Ты проорал половину молодости. Отвечает команда, говорит, я обиделась. Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. Пум-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Во гладь кота! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте. Плюс-минус. Ответ про Путина всегда смешной. Отвечает команда «КВН» директора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко. А? Как в воду гляди. Конечно. Все, больше никто не хочет отвечать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно. Поднимали. Отвечает моя любимая команда «КВН». Как продлить молодость? Ну, обычно про продление от других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлеваешь. Отвечает команда «КВН Огород». Пожалуйста, как продлить молодость? Ха-ха! Непонятно. Это типа ты понял? Да. Так смешно получилось.
Москве, другой с Новокузнецка. Не смешно, вот, да. Началось. Не смешными ответами, такой отыгрыш. Поцелуями, поцелуями. Итак, это бисквит, да, насколько я понимаю? Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки, только без шейпинга. И без девочки. Автор! 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 17 тысяч команд КВН. Конечно. Это... Отвечает команда КВН, давай по новой. Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Бардоми Масси! Как ты грустно, да. Отвечает чай. Как продлить здрасте, молодость? Можно полностью, пожалуйста? А, сегодня утром посмотрел себя в зеркало, какой-то старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотреть мультики по утрам, вы что? А ты мы какой? Отвечает Новосиб. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, next! Ты тоже, Майк. Следующий вопрос, видимо. Да, спасибо Егору Канцеву! О, сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Евгений Сотин! Автор команды КВН «Неплохая компания» Сызрань. Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. А что же еще? Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. Ха! Нате вам. Ой, не такие ломались. Отвечает команда КВН Новосиб. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибирь не завязывай, не надо. Отвечает команда КВН «Бисквит». Итак, куда девать мне эту стаю? На вертель их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда КВН «Погладь кота». Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ну, давай. Ответ от команды КВН. Я обиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про зайцев. Кролик. Моя любимая команда КВН. Ну давай, водник, не подведи. Я учился, да, он Платона водник не подводит никогда. Итак, куда мне девать всю эту стаю? Ну отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью этот вопрос? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь и также ведущий всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби, это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на сварку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчьи гонки! Вау! Наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая, так отдай их Дед Мазаю!
Команда «Огород». Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На куда кину гору, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Да нет. Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай, всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только шоумен и трехкратный финалист Лиги КВН «Сибирь», а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкции. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то зайчики появятся. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции. Спасибо Евгению Зайцеву, друзья! Он был мой мангальный друг, друзья! Сергей Автозагарович Ганкин! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблемка, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Свое день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Вот ответ от команды КВН «Чай». Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Молодец! Молодец. Плюс. А? Кто телефон скажет, еще один плюс. А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле IMAX 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды КВН по Блэдкота. Отвечает команда КВН «Давай по новой». Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод металлоконструкции, там прикольно. Вот так. Потом будем вас занимать. Ответ от команды КВН «Я обиделась». Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного старомодно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комеди, на комеди, на комеди. На комеди, на свою днюху приходи. Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. Вот, Серега! Ты думал, что ты под своей копченостью седину скроешь? Нет! А кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал! Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН «Дети ректора». Так. Подскажите, как и где весело можно отметить свой день рождения? Ты нюху ты отметь неплохо, позови Макса Ладоху! А, братан! Как сказал мне друг один, я рифмую как кретин! Вот он! Ответ от команды КВН «Огород». Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии! Как и будет! Да это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где. И потемнее. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины. Нет, стихи не заходят. Неважно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды КВН мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компании, половите зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. О! Сборная нормальных людей! Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шабаш. Нет больше ответа. Спасибо большое. А Серега, где бы, с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С участниками открытой Лиги КВН. Аплодисменты всем, друзья! Команда КВН «Погладь кота». Ваши аплодисменты!
что женские поступки не поддаются логике. Зачастую не знаешь, чего можно от них ожидать. Катя, первая любовь, долго с ней встречался. Думал, замуж позову, в армию собрался. Провожала, целовала, ехать собиралась. А она? Что она? Не дождалась, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Не дождалась, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Думал, след повезет, так оно и было. За собой она следила и в спортзал ходила. Пару платьев ей купил, сапоги из кожи. А она? А что она? Растолстела, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Растолстела, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Дважды мне не повезло, встретил я Алину. Очень скромная была и стеснялась мило. Думал, первый у нее захотел жениться. А она? А что она? Разведенка, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два ребенка, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Начал я искать любовь в социальной сети. Написал ВКонтакте ей, а она ответила. Любит кошек, как и я, пригласил на встречу. А она? А что она? Это он! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С бородой! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С детства Дашу не любил, дергал за косички. Издевалась надо мной и давала клички. Ненавидел я ее, и такое было. А она? А что она? Родила мне сына. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Все пучком! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Дорогие друзья, не спешите жениться на первой любви, ведь в мире еще столько прекрасных девушек. Команда КВН «Погладь кота». Мы такие милые. Я за тебя умру. Команда КВН «Погладь кота», город Барабан.